Возвращаемся в программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Ну и в этом случае вы можете набрать номер телефона 847-400-5200. Как я и обещал, во втором сегменте у нас будет возможность принять ваши звонки. Вы сможете задать ваши вопросы. Ну, а наши гости и соведущие смогут ответить на ваши вопросы. Вот у нас Игоря Цесарского кто-то заменил. Как зовут человека, который заменил Игоря Цесарского? Как его зовут? У него очень интересное имя. Но я хочу чуть-чуть вернуться к этим банам и к политикам Фейсбука и так далее. Все-таки, по крайней мере, когда дело касается государственных денег, то тут есть способы влиять на организацию, потому что Трамп сейчас пытается бороться с нарушениями свободы слова в колледжах, и там, где есть государственное финансирование, он просто сказал, что в те колледжи, которые будут нарушать свободу слова, финансирования не будет. Вот. Поэтому в этом плане это, конечно, не Facebook и не Twitter, но тем не менее, потому что промывка мозгов у студентов идет, конечно, очень серьезно. Давайте попробуем принять звонок. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос к вашей гости. Она сказала, что у Зеленского вроде бы есть бизнес в России. Не могли бы вы уточнить, какой конкретно бизнес? Потому что я смотрела несколько раз его интервью и... В общем-то, он говорит, что у него нет никаких бизнесов в России. Спасибо. Ну, бизнесов, может, и нет, но компания его, в общем-то, зарегистрирована в России есть, которая снимает кино. Не, он в России, в российских фильмах снимается. Да. Вы знаете, вот вы упомянули фильм «Ситкам «Слуга народа». Я вчера посмотрел, ну, не знаю, серии 10, наверное, ну, что-то такое. Была возможность посмотреть. И я понял, после этого фильма я понял, почему люди за него голосуют. То есть оно настолько... Его отождествляют с тем персонажем, которого он играет. Абсолютно. То есть я вообще удивлюсь, если его не изберут президентом после такого. Если, ну, те люди, которые это смотрели, оно так ложится. То есть там освещаются практически все проблемы, каждой проблеме дается оценка, и как бы решение находится. То есть вот вам готовый президент с готовыми решениями. Я сейчас не берусь судить о нем, я не знаю, кто он, что он. Я не берусь судить, хорош он или плох. Я просто говорю о фильме, и какое действие этот фильм произвел на избирателей. И он не мог не произвести. Ну, наверняка не хуже остальных 38 кандидатов, которые там были. Совершенно верно. Просто люди всегда забывают, что то, что прописано в роли, кинороли, это прописано другими людьми. Это не мысли того человека, который является актером. Актер выполняет роль режиссера, и в данном случае режиссером является господин Коломойский, у которого персональная вендетта господином Порошенко. Это бизнес вендетта. Поэтому, когда люди пытаются как-то персонифицировать вот этот образ и перенесли его на человека, который является актером, и верить актерам, ну, это смешно по меньшей мере. Ну, понятно. Хотя Зеленский очень харизматичен. Народ устал от топтания на месте. Народ хочет перемен. Он хочет перемен мгновенно. Молодежь, которая, в общем-то, слушает и видит его, она его отождествляет с одним из. Вот все миллениалс, они его отождествляют с собой. Лен, у нас еще звонок есть. Давай, я думаю, что основное, что было сказано в связи с результатом, это... протестное голосование. Ну, что сделаешь? Давайте, видимо, это еще очень давайте важно. Пообщаемся с радиослушателями. Да, у нас есть звонки. Вопрос. Хорошо, давайте. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вчера позвонил около 10, ну, я имею в виду, да, человек 9 друзей в Киеве. Все голосовали в основном за Зеленского. Просто достал этот Порошенко. Я так думаю, во всех крупных городах голосовали за Зеленского. Но что самое интересное,
включил сегодня в 5 утра 60 минут. Я это предполагал, я знал, что эта игра начинает мочить Зеленского. Путину выгоден Порошенко. Порошенко кричит там все, там Путин, Шмутин и так далее. А надо можно смотреть сразу, на факты. Товарооборот повысился в два раза. Есть план, вот, торгует с Россией. Хорошо, тоже давайте попробуем, говорит. Дадим возможность нашим. Лена, тебе есть возможность ответить. Вы знаете, даже смешно вот это слушать, то, что говорит человек. Потому что единственный из всех кандидатов, которого мочил Путин фактически, это Порошенко. Это единственный его личный враг. Все остальное ваши домыслы. Я очень рада, что в Украине не прошел главный ставленник Путина, это Бойко. Я очень рада, но мне очень страшно, что за Бойко проголосовало 10%. Это говорит о том, что вот те сепаратистские настроения, которые были, они все равно остались, они никуда не ушли. Вот это самое страшное. Да, возможно, Порошенко, невозможно, а точно, Порошенко это не тот кандидат, которого бы хотелось бы видеть. Но это единственный на сегодняшний день человек, против которого восстала вся путинская элита, против которого восстал Путин. Значит, все, что вы сейчас говорите, это не основано абсолютно ни на каких фактах, а есть факты. Именно Порошенко на протяжении последних 5 лет это враг номер один России. Это враг номер один Путина. Все остальное вы можете сами додумывать, как вы хотите. У меня друзья разные в Киеве, включая тех, кто были в штабах, скажем так, и в штабе Зеленского, и в штабе у полковника Гриценко, в штабе у Гриценко, непосредственно там, они там находятся, и те, кто поддерживают Порошенко, потому что они понимают, что будет со страной, если поменяется вот сейчас этот курс, потому что договариваться, тут пойдет договариваться. О чем? Мы прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем условия договора с Путиным. Но, с другой стороны, именно непоследовательность нынешнего президента, именно то, что у него в партнерах оказались люди, которые должны сидеть за решеткой, именно то, что никто из тех людей, которые привели к страну, к тому состоянию войны, в которой она находится, и те, кто поддерживали сепаратистов, никто из них не осуждены. Вот это самое страшное. Это то, что можно поставить вину нынешнему президенту. Лена, да. Мы примем еще звонки, если ты не возражаешь. Да, и... конечно. Да. Я здесь сама гостья. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, дайте мне 10 секунд. Я не знаю, кто ваша гостья, но факты такие, что товарооборот с Россией повысился в два раза. Какая цель Путина? Дестабилизация Украины. И ему выгоден такой, как Порошенко. Война никогда не прекратится. Он наживается на этой войне. Вот какие факты. Окей. Очень коротко. Для того, чтобы сказать, что человек наживается, откройте, пожалуйста, сделайте домашнее задание, откройте Forbes и посмотрите, насколько уменьшился доход Порошенко. Больше ничего не надо. Давайте примем следующий звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, а что больше важно для Украины? Стабилизация в жизни, улучшение экономического положения? Непонятно, о чем. Ну вот, вы меня прервали. Нет, ну даже мы не вас не прерывали. Давайте попробуйте еще раз. Вы пока давайте помолчим все и послушаем, какой вопрос задаст наш радиослушатель. У меня вопрос. Я говорю, что важнее для Украины? Восстановление ее экономики или насколько президент против Путина? Это вопрос, если ко мне, я вам отвечаю. Посмотрите, пожалуйста, ВВП Украины, рост ВВП, и тогда вы поймете все о восстановлении экономики. Ну, если вы знаете, что такое ВВП.
Дальше. Восстановление экономики и рост экономики в военных условиях, в условиях войны, очень проблематичен. Поэтому сначала нужно разобраться с Путиным. Путиным разобраться можно только при помощи санкций и ослабления этого государства. А тогда вы посмотрите на рост непосредственно украинской экономики. Украина в условиях войны продолжает работать, продолжает производить, и экономика растет. Хотя при этом... Я не знаю, какие каналы информации вы читаете и смотрите, но если вы смотрите российские какие-то каналы информации, читаете, то сегодня 1 апреля. Да, Лен, но при этом, естественно, есть проблемы немалые, об этом говорят, и это конечно, понятно. Огромный отток людей трудоспособных, лучших, к сожалению, происходит. Уезжают в Европу. Самое, что было в России в 90-е годы, так что ничего не меняется. В любое время любого кризиса, во время любых войн у народа есть свойство уезжать куда-нибудь. Совершенно верно. А в отличие, опять-таки, от россиян, украинцы имеют свободный выезд, и свободные у них есть паспорта, и они свободно передвигаются по миру. Вот уровень свободы говорит тоже о многом. Уровень демократии говорит о многом. Уровень роста ВВП во время войны тоже говорит о многом. Да, люди уезжают, потому что они хотят сегодня спокойной, мирной жизни. Они не хотят воевать, может быть, очень многие, потому что патриотов не так много, как оказалось у нас. Мы видим по выбору. Потому что люди хотят жить сегодня. Потому что в центре Европы находится вот этот больной совершенно очаг. Это гангрена, потому что эту гангрену занесли извне и пытаются дестабилизировать Украину. Идет борьба за влияние и геополитика, как ее понимают в Москве, предполагает, что Украина всегда будет в сфере российской. Как ее, в общем, ее и здесь, так понимаю, как помним, и Маккейн туда ездил, и сын Байдена, и, в общем, и другие, поэтому это как бы не только Москва ее так понимает. Ну, Уокер там находится, поступает вооружение. А то, что... Зачем мы далеко будем ходить? Посмотрите, какой акт был принят на прошлой неделе. $1 миллиард выделяется странам Центральной и Восточной Европы на развитие энергетики. Для чего? Для того, чтобы они не были зависимы от московской трубы. Да, это Америка выделяет. Понимаете, господа, когда вы мне начинаете рассказывать какие-то сказки об Украине, вы поймите, это большая политика. Я начала с того, что это поле геополитической битвы. Когда мы защищаем Израиль, мы прекрасно понимаем, против кого мы защищаем. Вот точно так же мы защищаем сейчас в Украине наши интересы. Насчет, кстати, трубы хочу добавить, возвращаясь к Мюллеру и ко всем этим, к нашим баранам, грубо говоря. Мы помним про Пападополоса, Джорджа Пападополоса, такой, какой там, 30-летний мальчишка такой, который попался в эти жернова, и вот и даже отсидел сколько там, 12 дней? 12 дней. За то, что я якобы соврал ФБР. Так вот, он только что выпустил книжку на прошлой неделе, и в этой книжке, насколько я понимаю, я еще, к сожалению, не читал, но, насколько я понимаю, интересная история в том, что его пытались признать не российским шпионом, или что он сотрудничал не с Россией, а как раз, наоборот, с Израилем. И сотрудничество это заключалось в том, что Израиль пытается построить альтернативу российскому этому Южному потоку, и из-за этого, в общем, весь сырбор, потому что Россия не хочет давать, конечно, ну, кому-то еще доступ к Турции и ну, к Юго-Западной Европе, хочет забрать это себе. Поэтому, в общем, там, что там расследовал Мюллер? Да, особенно с этим... Очень понятно. Пападополосом, и вот где он, и где вот этот Южный поток, и где Израиль, это очень интересно. Ну мы еще можем вспомнить о том, какими словами поливают посла в Германии этого Ричарда Гринелла,
немецкие официальные лица. И потом, когда разбираются, что же происходит, опять история в том, что эти люди находятся на, грубо говоря, на зарплате у России и пробивают Северный поток. Поэтому есть тут такое ощущение, что на российских харчах не только Шрёдер находится, а очень много персонажей, потому что... В Германии, поэтому, по сути, Северный поток — это очень большой выгодный бизнес. Да, да, да. Там... Дело в том, что половина Европы вообще находится на российской. Что половина Европы вообще скуплена россиянами. Ну, вот, кстати, ты упомянул Бойко, да, того же, который все-таки там, ну, по данным экзит-пола набрал больше 10%. Симпатизирующая часть немалая. А ты представь, если бы еще люди, которые вот в тех двух так называемых ДНР, ЛНР, если бы была иная немножко ситуация, они бы пришли бы на голосование, его процент, наверное, был бы куда побольше. У нас есть звонки, давайте попробуем все-таки принять. Люди давно на линии ждут терпеливо. Добрый день, пожалуйста. Алло, добрый день еще раз. Вы говорите об интересах Америки в Украине. Даже Трамп сказал, у нас нет никаких интересов на Украине. А, пожалуйста, приведите где-то, где Трамп об этом говорил, дословную цитату, потому что вы говорите ложь. Давайте следующий, давайте следующий звонок примем. Если да, если это цитата, которая не из Москвы идет, тогда может быть... Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот когда Зеленский станет президентом, возьмет ли он себе в команду кого-то из своих, так сказать, друзей по 95-му кварталу или по фильму? Потому что они очень близки, не как это... Ну, я думаю, что у тех людей, которые сейчас за ниточки дергают этой куклы, у них хватит ума отличить, где является 95-й квартал, а где является президент Украины. Потому что я не хотела бы, чтобы Украина превратилась в страну победившего 95-го квартала. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. То, что Зеленский станет президентом, это еще далеко не понятно, потому что все-таки, скажем, 30% проголосовало за него, и 70%... Вы знаете, что очень, очень важно, и вот я сейчас вспомнила, я вчера слушала много всего и много разных каналов переслушала. Зеленский согласился на дебат. Я не уверена, что в тот момент, когда Зеленский войдет в студию и начнутся дебаты в том формате, к которому мы привыкли, политические дебаты, он сможет ответить на экономические вопросы, политические вопросы, потому что, если вы заметили, каждый раз, когда он отвечает, идет определенная задержка. Он получает информацию, ему подсказывает. Ну, понятно. Ему нужно... У нас был Обама, который участвовал в дебатах. Поэтому... По промптеру все прекрасно. Без промптера, без промптера, я думаю, что если он выйдет на эти дебаты, потому что достаточно было посмотреть, как он встречался с айтишниками, как Зеленский встретился с айтишниками, знаете, когда бы глупость каждого видна была. Да. Ну, вот посмотрим. Во-первых, скажем, будет... Да, хороший парень, да, хороший актер, да, харизматичный, голос очень такой, баритон такой бархатный. А дальше... Ну вот, давайте вернемся опять к нашим баранам по этому поводу. К нашей любимой Аказии, которая была ситуация наоборот. То есть сначала у нее была какая-то сумасшедшая популярность, а сейчас, когда она открывает рот, уже, в общем, видно, что там ничего нету. Вот. То есть в смысле, что, ну, во-первых, язык с мозгом не связан, а во-вторых, в общем, она просто повторяет заученные какие-то фразы, причем не все, теряет по дороге смысл. Вот. А вопрос в том, что, например, Зеленский, если он умеет учиться, умеет воспринимать информацию, он может быстро как это, насобачиться. Как можно вспомнить Трампа во время дебатов тоже. Это же как бы шоумен, который в итоге стал, в общем, достаточно хорошим политиком в этом плане. Он и речь умеет произносить, умеет держать зал там полтора или два часа, и во время дебатов точно знал, как себя вести. Поэтому посмотрим. Ну, Миша, давай все-таки бэкграунд Трампа и Зеленского немножко разные вещи.
И не потому что, да, он был не только... Аказии и Зеленского похожи. А у Аказии все-таки во рту что-то есть. Зубы такие, которые, в общем, грызут яблоки и груши, знаешь? Но, тем не менее, с мозгами, да, действительно плохо. Ну, давайте что все-таки... А у нас есть звонки. Господа, человек на линии 158 минут ждет. Давайте дадим возможность. Пожалуйста. Да, кажется, Зеленский в тренде попал. Молодой, симпатичный, экономическое образование, несколько языков знает. Он хороший бизнесмен. Чем он плох? Он хорошо держится на публике. Достаточно неплохие ответы дает. Ну, я слушал, смотрел, читал. Ну, он симпатичный парень. Многим он нравится, молодежи как раз. Он нравится. Ну, разве трудно? Давайте не так ли? Спасибо. Украина избирает симпатичного парня или Украина избирает президента, который является главнокомандующим страны? И что? Это не главнокомандующий, потому что человек, который не может четко ответить свою программу, уже далее политическую, он не может... Она же написана, пожалуйста, можно прочитать все же. Он написал, он интересные вещи, например, говорил по поводу Луганска и Донецка, платить пенсию людям. Он собирается объединить Украину, а не разделять ее. А воевать с Россией, ну, это не серьезно, воевать с Россией. Это вам не шутка, это вам не Венесуэла. Как с ними воевать? Дело в том, что я поняла ваш вопрос. Вы настолько далеки от реалий того, что там происходит. Как вы себе представляете объединить Украину, объединить Донецк с Луганском, с той Украиной, которая против них сейчас воюет? Как вы себе представляете? Они кровники. Это должно пройти определенное время. Это должно пройти примирение, которое было после войны. Вы понимаете, что Россия, это не примиряться с Донецком и Луганском. Там Россия находится. И до тех пор, пока вы не поймете, что там не Донецк и Луганск, а там российские войска и российская военная разведка, вы ничего не поймете, как можно примириться и как можно давать им право голоса сейчас, потому что они приходят и убивают. Да, там сейчас очень тяжелая ситуация сложилась, потому что единственный способ заработать себе на жизнь у этих людей – это идти в ополчение. Другого способа заработать нет, потому что Россия повела себя как мародер, она вывезла абсолютно всю промышленность из того региона. Думайте перед тем, как вы что-то предлагаете. Я хочу последнее слово сказать. Зеленский прекрасный актер, он прекрасный популист. Он предлагает вам кость, но вы не понимаете, откуда эта кость взята и как с ней дальше себя вести, с этой косточкой. Ну, Лен, наверное, все 39 кандидатов отличались некой популизмом, когда говорили о тех больных вещах, как Крым, как Восток Украины и так далее. Я думаю, что ни у кого не обошлось без этого. Миша, твое мнение, буквально осталось 10 секунд. Нет, и мы... Я тоже считаю, что, в общем, поскольку проблемы серьезные, их предвыборными речами не решить. Совершенно верно. Абсолютно. Он просто бросает те фразы, которые люди хватают. Вот они забирают эти фразы, они не анализируют содержание, они ловятся на прекрасное звучащее то, что они хотели бы услышать. Ну, спасибо всем. Это мы знаем, и спасибо, что сегодня мы на троих сообразили, даже с четвертым, который сидит у нас в радиорубке. Сереж, спасибо, что обеспечил. И наступило горло нашей песни. Да. До встречи. Всем спасибо. Всем счастливо.